1987 году состоялся первый фестиваль современной хореографии в Витебске. И сегодня мы рады поздравить фестиваль с 30-летием. Я так, знаете, когда готовились мы к 30-му, я так думала, ну, идете, мои дорогие зрители, на нашу выставку и посмотрите. 1987 год, брейк-данс. А 2017 мы хотели закончить национальным балетом Испании спектаклем «Кармен». И это была бы такая красивая история, почему именно этот спектакль, почему мы так гоняемся за этим театром, потому что он получил главный балетный приз в 2016 году, приз Бенуа в балетном мире, это балетный «Оскар». Но, к сожалению, немножечко не случилось у нас. Мы надеемся, что это случится на следующий. И тогда вот как бы, ну, такая совершенно необыкновенная история в развитии, такие вот, ну, постепенные или, наоборот, большие скачки. Все это случится, надеюсь, дальше продолжится в 2018. Конкурс за 30 лет стал культурной визитной карточкой не только Витебска, но и нашей страны. Конкурс стал известен широко за пределами Беларуси. Он признается мировым хореографическим сообществом. Он определяет тренды в современной хореографии. И все это сделали вы, дорогие друзья, организаторы конкурса. Я хочу поздравить Белоруссию с тем, что наконец-то, спустя долгие годы, уровень хореографов в Беларуси дорос до уровня исполнителей Беларуси. Потому что танцевальная школа замечательная была уже очень долгие годы. Ребята танцуют сильно. Не хватало идей, не хватало хореографии чуть-чуть. Не было какой-то такой европейской свежести, продвинутости, раскрепощенности, что ли. Вот в этом году все это случилось, причем сразу в массовом масштабе. Это безумно радует, конечно, и мы с таким интересом и удовольствием еще чуть-чуть смотрели за этим волшебным преображением и были счастливы. Добрый вечер, восточноевропейская столица современной хореографии. Стерильно чистый город, мегапрофессиональная организация фестиваля. Я в восторге. Витебск – это святое место. Здесь получается все намного интереснее и лучше. Очень приятно, что фестиваль не теряет силу и актуальность, что появляются новые люди, новые хореографы, которые привозят свои работы, и эти работы весьма хороши. Чуть меньше через месяц мне будет 35. И танцую я примерно лет 30. Так что мы с фестивалем ровесники, и я желаю долголетия, гибкости, в то же время устойчивости и как можно больше неожиданных и ярких открытий. Ну, я 30 лет смотрела фестиваль, и я очень рада то, что я увидела. Они очень сильны, они молоды, и у них еще все впереди, и даже как-то так, ух, волнительно, на пятки наступают прям по полной программе. Да, в этом году мы отмечаем столетие Мариуса Петипа. Вот, вполне возможно, что и современная хореография, да, например, в Витебске, доживет до своего векового юбилея. Долголетие, процветание, развитие многих интересных работ и успеха, удачи, ну и, наверное, хорошего зрителя, потому что без него, наверное, ни один фестиваль не будет так успешен, так интересен. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.